мы будем использовать сульфат магния. Он есть в дозировке 25 грамм, 20 грамм, неважно, 5 грамм значения не имеет. Самое главное, нужно сульфат магния правильно растворить, потому что он плохо растворяется. Поэтому лучше его развести небольшим количеством кипятка, потому что он очень горький на вкус. И самое главное, сульфат магния надо запивать большим количеством воды. Но лучше вот именно развести небольшое количество. Оно будет таять. И нужно пить его теплым. Ну, кому не подходит сульфат, кому будет трудно пить сульфат, мы будем давать минеральную воду. И можно использовать трубочку, даже можно или одну широкую, или две. И пить, тогда не будет горечи во рту и легче будет выпить. Но когда мы выпиваем сульфат магния, мы обязательно запиваем его 1-2 стакана теплой воды. И вот после сульфата любая вода кажется сладкой, как будто там сахар. Потому что вода на самом деле сладкая, просто мы этого не чувствуем, потому что она именно сульфата расслабляет желчные протоки и выкидывает желчь. А желчь у людей некоторых стоит годами.